Мужик заходит в бар и говорит: «Стаканчик виски, пожалуйста, только сначала завяжите мне глаза». Бармен удивленно: «Для чего?» «Понимаешь, когда я вижу виски, у меня так слюнки и текут, а я не люблю разбавленные напитки». Разговор пессимиста с оптимистом. Пессимист ноет: «Как все надоело, уже третий день не высыпаюсь, сколько можно?» Оптимист с улыбкой: «На том свете выспимся». Пессимист: «Так до него еще дожить надо». Идет сражение. Кругом стрельба, взрывы. Маленькая медсестра тащит с поля боя здоровенного мужика. Надрывается. Он ей говорит: «Брось, сама спасайся». «Не брошу». «Да брось, тяжело же». «Ничего, дотащу». «Брось, говорю». «Нет». «Ну тогда хоть с коня сними». Лежит мужик в больнице, в хирургическом отделении. Пишет смс-ку жене: «Гулял по больничному коридору. В сестринской наткнулся на два цинковых ведра. На одном надпись красной краской «Руки». На другом надпись красной краской «Ноги». Боюсь ложиться спать». Молоденькие поклонницы обращаются к популярному исполнителю и композитору средних лет. «Вы женаты?» «Да». «И у вас есть дети?» «У меня есть приемная дочь». «Правда?» «Правда, но прием окончен». Казак взял в жены дочь атамана. Первая брачная ночь. Жених с нетерпением стягивает с невесты трусы и приступает к делу. Пыхтит две минуты. Потом слезает с нее и говорит: «Я все! Супружеский долг выполнен!» Новобрачная возмущенно: «Две минуты секса – это, по-твоему, супружеский долг? Это милостыня!»